Так, новости. Ну, на Филиппинах у нас все просто замечательно идет. Тут с удовольствием записывают видео. Участники активные, мероприятия бесконечные проводятся. Так что все замечательно. Но, тем не менее, еще раз подчеркиваю, что главное эту активность не снижать. Также активно действуйте дальше, поскольку система – это вы, участники, и от вашей активности, от вашей инициативы все и зависит. Мы со своей стороны делаем все от нас требуемое, рекламные кампании проводим, поддерживаем любые инициативы там, участников, руководителей, но этого недостаточно. Главное – это вот ваши именно усилия, ваши инициативы, ими все определяется. Так что поактивнее, несите идеи МММ в массы, и все будет хорошо. Собственно, все и так очень хорошо, но будет еще лучше. Ладно, тогда до следующего раза. А еще я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое.